Ну, вот у нас есть зеленые огоньки, синие огоньки, а красные огоньки не работают. Вот так вот. Но все равно елочка, завтра будем ее наряжать. Макушечку обязательно. Ну что тут еще? Различные шарики, воробушков, грибочков, домиков. В общем, все праздничное будет тут. Ну и с собой возьмем домой тоже для елочки. А так вот новый фонарь повесил, вон там последний. Вернее, крайний. И поэтому он хорошо светит и освещает грузиться к машине. Ну, а завтра займусь. Там буду фонарь вешать для того, чтобы на Новый год делать шашлыки. Все-таки, ну как без шашлыков на Новый год? Надо что-нибудь такое, вот мясце там. Или вот рыбку взять, она быстро готовится. Ну, подумаем. Ну, а так вот со снеговиком. Елочка. Снеговику не скучно. Всем пока.